вами канал Улицы Москвы. В этом выпуске прогуляемся по улице Трудовая Таганского района от Рогожского вала в направлении Большой Андроневской. Здесь вот делают плиточку у нас, как и везде в ЦАУ. Это заведено в последние годы. Никуда от этого не денешься. Приходится терпеть временные неудобства. Так, здесь вот еще у нас пересекается Малая Андроневская. Да, я что-то там зафейлил, что снял немножко не тот участок этой улицы с Андроневской площадью. Надо было где-то здесь походить. Ну ладно. Частично по улице Трудовой проходят трамвайчики. Они тут расходятся на две линии. Одна идет по Рогожскому валу. Ну, там, кстати, стрелочка чуть дальше. Другая по Большой Андроневской. В сторону которой мы сейчас движемся. Так, трамвайчик, да там? Нет, машина. А вот этот фонарный столб явно тут еще с советского времени. Бетонная консоль. Ну, естественно, светильник сам меняли. Но недолго ему тут осталось стоять. Вот уже готовы новые металлические опоры. Так, и здесь, как я понимаю, ну, Трудовая совсем небольшая улочка, вот мы ее уже фактически прошли. И сейчас будем поворачивать на Большую Андроневскую. По которой мы уже гуляли, но не здесь, а несколько дальше, в сторону Сергея Радонежского. Справа идет переулок Малый Рогожский до Рогожского вала, по которому мы и прогуляемся в нашем следующем выпуске.